нечистых. Да, отойди лучше. Ну, а они наверху рыбы. Ой, их вообще не видно. Рыбки здесь. Сомик вон плавает. Его еле заметно. Женька, поздоровайся. Скажи, скажи, поздоровайся. Здрасте. Привет, привет, ну, скажи. Чего я тебе? Морду мою снимаешь. Коровки. Это у нас влюбленная корова на день влюбленных. А здесь у нас простая. И дети у них будут просто любовые. Да, Жень? Все правильно? У них дети будут просто любовые. Не знаю. Вон еще третий стоит. Где? Это как раз. Сын, вон он. За мамкой глядит. Да. Как приезжали. А, это она нам свадебный диск, что ли, по-моему, давала? Ну да, она нам его дважды давала. Опять ты тут стоишь, что господи. Меня снимать, пришли мы домой, разобрали сумки. Побыли мы сегодня в магазине Победа, да, Жень? Да. Победе, да, Победе нам не понравилось, там все дорого. Дороже, чем в светофоре. Что-то как маятник туда-сюда ходишь. Что, мандарин, тут у меня лампочка вот стоит. Давай, съеду, съеду, я смотрю. Ну вот, я постепенно. Купили мы чебуреки, Женькины любимые, да? Да, любимые чебуреки. Сейчас они там греются. Сейчас Женька будет ужинать, а у меня ужин уже будет позже. Гораздо позже. Завтра хотя бы? Нет, они будут попозже. А ты сегодня что? Грейпфрут. А завтра что будешь? Геркулес. Кого? Геркулес. А чебуреки будешь, что ли? Их заморожу. Ну, я себе покупаю. Мы с тобой договаривались. Я их завтра съем. Я тебе поделился, а ты не хочешь. Я на диете. Ты же знаешь это. Ну заморозишь, они же не такие вкусные. Такие же. В магазине они тоже заморожены. Они же тебе, что думаешь, там сырые прям продаются. Купил Женька себе кофе. Как всегда. Сколько он? 99 стоил? Спаржу. А это хотя бы будет завтра? Ну, тоже. Посмотрим. Там уже моя икра и мои чебуреки, так что свою долю ты сейчас съешь, а моя доля это моя доля. Она меня будет соблазнять, твоя доля. Ага. Сейчас. Ты сейчас своей долей объешься и все. Да, Победа нам не понравилась, там дорого, светофоры подешевле. Даже какие-то пельмени, какие-то там. Самые нормальные. Какие чебуреки. Что, открыть забыл? Ты забыл открыть? Как оно тут хрен его знает? Оно открывается. Да, оно так что. По-моему, оно вроде не только так-то. А что там есть? Ну, Женька, Женька. Правильно, прям так, в серединку плюхай. Остренькая, сейчас я немножко тоже. Острая? Я люблю острая, да. О, лучок, Женька, как яблоко прям ест. Спаржа закусывает. Пар на десерт. А, это у тебя десерт. Угу. А в
по беляши похожи на котлеты. Я думала, это котлеты. Она не подороже. Ну там дороже все. Победе все дороже гораздо. Но народу там, кстати, было очень много. Есть конфеты на вес. Ну там что-то есть, может быть, какие-то конфеты, может быть, подешевле, может быть, что-то вот. А остальное, да, дороже, мне кажется, дороже, чем даже в других магазинах. Там молоко такое же, как в магазинах, вот продается. Ну, какие-то там непонятные творожки бывают. Когда холодильник ты сломал, помнишь? Ножом его, ножом, этот бедный морозилку. Ножом, ножом. На следующий день у нас потек. Аромат такой создался непонятный, помнишь? А мы не помним, чудики вот такое ароматное, вонючее. Да? Помнишь, на подоконнике у нас все лежало. Потом за подоконник, а за окно. Я мешок привязал к ручке туда, на улицу. Да, да, там зима, там все замораживается. Там замерзло. У меня варенец, помню, там замерз. Я его наливаю в стакан, а у него сыворотка отошла. Я не знаю, что это такое. И помню, по-моему, вылила я его. Надо было на блины его отправиться. Побоялся травиться. С утра, да-да, я помню, ночью встаю в туалет, охота выйти. Холодно. А то холодрыга такая. На цыпочках пробегаешь бегом в этот туалет, обратно, холодрыга. Долго мы жили, по-моему, без холодильника. Да? Как я завтракал перед работой. Масло достало, ну как кирпич. Как там бутерброды сделал. Да. А потом мастер пришел, помнишь, он 1005 взял нас, по-моему, за ремонт. Он опять сломался. Потом. А он опять сломался, да. А потом мы узнали, что есть такие мастера, которые специально так делают, чтобы потом снова сломало, чтобы их опять вызвали. Ну, я матери говорил, не надо мастера, да надо новый холодильник покупать. Ну, да, да. Ну, тогда сейчас вот можно маленький какой-то купить, там, знаете, за 5 тысяч, за 6 тысяч, за 7. А тогда не было так. Я помню, все сайты обрыскала. Нет, не было. Там были только дорогие, там, 10 и выше, 15, что ли. 1015, по-моему, они стоили. Не было тогда маленьких, все большие были. Ну, как в теплоходе. Да, кстати, в теплоходе. Там такой маленький, хорошенький. Пойду высморкаю черный. Че, щекотит? Ну, что ты не откусываешь его, как яблоко. Такую маленькую. Ты луков купил. Побольше луков купил бы. Да, было обидно, когда там холодильник потек, а в морозилке там у нас и масло было замороженное, мясо замороженное. Оно все вонючее, помню. Что там вытекло, непонятно. Потом оказалось, какое-то масло, что ли, там вытекло. Запасаешься за продуктами на всякий случай. А потом происходят такие. Оказывается, ножом пробили. Да? Морозилка такая мягкая была, что и ножом было реально пробить. Мы роллы брали за 100 рублей, японец продавал. Большие, вкусные, тогда, ну, брал так надо. Потом прихожу 200, и уже не японец, а какой-то пацан. Ну, блин, ну 200, может там побольше положено. Они вот такие вот. Я туда больше не стал ходить. Экономит. Ну, экономит. Человек придет, один это скупит, и больше не придет. Что я там сэкономил? Все равно. Повысили. Это вот наш только таких трожок. Японец, ну честный был. Японец плохо по-русски понимал. Здравствуйте! Да, мне кажется, я с того раза еще их объела, до сих пор не хочу. Ни роллы, ни суши, ничего. Хлеб черствый. Нож не сломай. Там единственный был кирпичик почему-то. И черствый добавок. Остановки пока стояли. Какая морозная была зима. Когда конец зимы кормсой. Сейчас начинаем. Будет морозы стоять сильно. Вот там, я помню, к тебе приезжаешь туда на Ташкент, помню, у себя из квартиры выходишь из дома, там идешь по улице, у нас так казалось тепло, не ветрено.
так хорошо. Я думаю, все, Женька, погуляем, все хорошо. Из автобуса выхожу, у тебя там приезжал. У меня там ветер сносил с ног. Каждый раз сильный ветер. Холодрыга, такое ощущение, как будто на север приезжал. Я с собой приезжал. Как будто там километров там 50 проехало. Или там 1000. А я тебя, Ольга Захара, встречались? Не, я помню, или вместе, или... А, ну да, вместе приезжали, наверное. Я помню, как около этого магазина мы с тобой выходили, где усатые женщины работают. Я помню, там всегда был ветер, всегда было очень холодно. И помню, холодно, и бежишь к тебе домой, а там что-то несколько этих нужно пробежать, как их там, дворов. Я помню, бежишь. Первый раз, я помню, иду к тебе. Ну, этот, что ли, дом? Следующий. Вон тот. Бежишь, думаешь, ну все, сейчас в тепло зайду. Там, ну куда? Вот же дом. Да нет, следующий. Помнишь? Какие-то катакомбы. Вон там на куличках. Ну, черт, казалось. Помню, как Чебурашку купил потом. Ну да. А там в пакет смотри. Ну да, я ее взяла, Чебурашку, батон, конфетки. Думаю, здорово. А еще продавщица такая, а что он с конфетами был? Ну да. Она так посмотрела на меня странно, как будто я там подложила. Думаю, что у него просто кармашек, что ли, будет? Выходишь по мне из дома, так тепло у меня. У нас там на районе было хорошо, так не ветрено. Домой приезжаю от тебя, у нас опять тепло, наверное, на районе. Так не ветрено, хорошо. Хотя там всего лишь-то от тебя до меня там было километров там 10-13, наверное, ехать. Не так уж, в принципе, далеко. Один город. Ну что, вкусный хлеб? Новосемейкино. Какой-то он прям черствый такой. Ну, семейки, мы привыкли, да, к мягкому. По осени сюда. Вот так. Я помню, что один мужчина раз наелся. А ты меня снимаешь, что ли? А ты что, не видишь, что ли? Тогда не буду рассказывать. А что там было? Не на камеру. А что там прочее? А я думаю, как он себя на камеру, думаю, даже спокойно ведет себя так. Что, ты свою банку игры не будешь, что ли, открывать? А я себе шоколадки купила. Вот камеру выключишь, что скажешь.